Всем привет, с вами Мадина. Сегодня мы с вами приготовим очень нежный и вкусный пирог с персиками. Вы только посмотрите, какой он нежный и воздушный. Начинка просто тает во рту, как мороженое. И самое главное, готовится очень легко. Давайте начнем. Для начала берем муку, добавляем к нему сахар, разрыхлитель теста. Добавляем холодное сливочное масло. Руками хорошенько растираем масло с мукой. У нас получится песочные крошки. Дальше добавляем яйцо. Замешиваем очень мягкое и эластичное тесто. Завернем тесто на пищевую пленку и отправляем в морозилку на 30 минут. Далее приступим к начинке. Для начинки нам понадобится сметана 20% жирности. Добавляем сахар, муку, яйца и хорошенько все перемешиваем до однородной консистенции. Дальше очищаем персики, нарезаем на мелкие кубики, добавляем сметанной смеси и все хорошенько перемешиваем. Достаем тесто из морозильника и распределяем по форме. Распределяем тесто на дно и на бортики. Делаем дырочки с помощью вилки, чтобы тесто не сильно поднялось. Вливаем нашу сметанную смесь, начинку, и отправляем в духовку при 180 градусов примерно 50-55 минут. Карамелизуем персики. Очищаем персики и нарезаем на дольки. Посыпаем сахаром и жарим на сковороде примерно 3-4 минуты. Сахар полностью должен раствориться. Не нужно жарить персики очень долго, 3-4 минуты нам хватит. Персики уже готовы. Когда пирог уже будет готов, достаем из духовки и остужаем при комнатной температуре, а затем мы уже снимаем из формы. Карамелизованные персики кладем сверху пирога и отправляем в холодильник на час. Самый вкусный и самый нежный пирог готов. Обязательно попробуйте по моему рецепту и делитесь результатом. Всем приятного аппетита!